почти как 6 iPhone XS Max. Смартфон Energizer получил батарею емкостью 18 тысяч мАч. Компания Avanir Telecom, выпускающая смартфоны под брендом Energizer, представила свою новую разработку. Смартфон Energizer Power Max P18 K-Pop может похвастаться аккумулятором поистине впечатляющей емкости – 18 тысяч мАч. По словам компании, этого должно хватить на 90 часов автономной работы в режиме разговора, 100 часов прослушивания музыки или 2 дня просмотра видео. В режиме ожидания обещано до 50 дней работы без дополнительных подзарядок. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 18 вторник. Второй особенностью стала выдвигающаяся двойная фронтальная камера. Смартфон получил экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 1080 на 2340 пикселей, фронтальную камеру с датчиками разрешением 16,2 МП, тройную основную камеру с датчиками на 12, 5,2 МП, Sony MediaTek Helio P70, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на накопителе. Установлена операционная система Android 9 Pie. Смартфон имеет размеры 153 на 74,8 на 18 мм. В продажу Energizer Power Max P18 K-Pop поступит только в июне, но его покажут на выставке МВК 2019, которая стартует 25 февраля. На выставке также должны объявить его стоимость.